Здравствуйте, я Наталья Дуброва. Привет, а я Татьяна Комарова. Это видео мы сняли о еде, о выпивке, о развлечениях на круизном лайне в нашем круизе на греческих островах. Это был мой первый круиз, и у нас в маршруте был день в море. Я все думала, ну что мы будем делать целый день в море? А я, как опытный круизер, всегда очень жду этого дня в море. Наконец-то! Можно насладиться кораблем. Сходить в джакузи полежать, поплавать в бассейне, позагорать, пойти на какие-нибудь уроки танцев. Six, seven, stop. Here we go. And one, two, three, four. Up to the right. And up to the left. Каждый день вам в каюту будут приносить газеты. В ней все написано о жизни на корабле. И о развлечениях тоже. И вам остается только выбрать. Но сделать это так тяжело. Ну вот как успеть за один день? И пойти в тренажерный зал, и сходить на уроки танцев, и полежать в джакузи, и поплавать в бассейне, и послушать джаз-концерт. Я лично растерялась. Я еще очень люблю шоу ежевечернее, которое проходит в театре на корабле. На каждом корабле есть театр. Театр очень красивый, огромный, 1500 мест. И по вечерам там проходят спектакли, шоу. Декорации, свет, звук. Они всегда приглашают, причем самых лучших артистов. Причем они музыкальные, танцевальные, цирковые номера. То есть они будут понятны всем. Талантливо, ну, захватывающе. И все это входит в стоимость круиза. А вот за что нужно отдельно доплачивать круизу? Это алкоголь. При этом это не дешево на круизных кораблях. В нашем случае, в нашем круизе по греческим островам, это от 8 долларов за бокал вина. Но есть возможность взять все включено. Но это же так дорого. 348 долларов за круиз. Но выход есть. При выходе в порт мы покупали себе бутылочку вина и были вполне счастливы. Еда абсолютно шикарная. Она входит в стоимость круиза. И я первый раз в жизни попробовала эскарго. Это улиточки. А я настоящего лобстера. И весь круиз у нас был свой личный официант. Кроме того, когда мы пришли на гала-ужин, то по стоимости блюд мы увидели, что мы отбили всю стоимость круиза. Подписывайтесь на наш канал, дальше интересно. Пока! Пока-пока!